Музыкальный вечер нестареющей классики состоялся в Сестрорецке. С очередным концертом на сцене кинотеатра «Курортный» выступил Государственный русский концертный оркестр Санкт-Петербурга под руководством заслуженного деятеля искусств в России Владимира Попова. Дирижировал оркестром Александр Чернобаев. Программа сегодняшнего выступления – виртуозы русского концертного оркестра. В этот вечер солистами становятся исключительно музыканты оркестра, ведь среди них нет заурядных музыкантов. Каждый блистательный виртуоз – лауреат многочисленных всероссийских и международных конкурсов. Кроме этого, вне запланированной программы выступили два молодых музыканта, которые присоединились к коллективу оркестра совсем недавно. Звучание русского концертного оркестра насыщено богатыми средствами музыкальной выразительности, наполнено русской удалью, задором, бесшабашным весельем и юмором. Репертуар очень богат и разнообразен. Это русские народные мелодии и песни в концертных обработках, а также произведения русских и зарубежных композиторов.